Экзоскелеты. Я не мое эго, ты не твое эго. Я люблю тебя, а ты любишь меня. Я желток внутри скорлупы своего эго. А ты желток внутри скорлупы своего эго. Пусть Господь поскорее пожарит яичницу или омлет, освободив нас от этой скорлупы. А скорлупу мы можем потом измельчить, перемолоть и использовать как натуральный биокальций для того, чтобы укрепить наши внутренние кости. Превратим наши экзоскелеты во внутренние скелеты. Перекуем мечи на орала, как говорится. Экзоскелеты.